Добрый день, дорогие друзья, уважаемые любители хоккея. Олимпэд, чемпионат молодежной хоккейной лиги сезона 2022-2023. Восточная конференция, дивизион «Серебряный». Первый из двух матчей в Красноярске на льду Платинум Арены. Под защитника передача шла из-под капитанищего сегодня Романа Малкова. Здесь на пятачке жарко, и сдвинутые ворота. Нет, не сдвинуты. Без клюшки остался Мухамов, и маской отразил сейчас бросок. Сейчас повтор, что там на пятачке произошло. Вот направлена туда шайба. Мухамов отражает. Очень много у него работы. А здесь, ну, я не знаю, что делают защитники сейчас. Они, по-моему, дополнительных испытаний накидывают своему вратарю. И здесь Мухамов, конечно, уже, когда на тебя вываливается игрок, и когда свой же защитник отдает ему шайбу, голевую передачу, по сути. Не переживай, парень, все в порядке, у тебя пропустил, но здесь невозможно его винить. Ошибка роковая. 0-1. А Рыси проигрывают. В перерыве, я думаю, Сергей Душкин достучится до своих ребят. Бросок по воротам, Мухамов. Еще и добивание было от Якупова. Вот, молодец. Второй период начинается с выигранного нижнекамцем вбрасывания входом в зону. За умышленную вот эту вот остановку шайбы Николай Грень удаляется на 2 минуты красноярским рысям. Еще один бросок. И было, по-моему, подставление клюшки там, или все-таки рикошет от кого-то из защитников. И здесь уже Мухамов был бессилен. Далее, было ли там чье-либо касание? Вот, Зубарев с кистей посылает шайбу в сторону ворот. Нет, по-моему, никто не коснулся, и шайба в верхний угол над плечом Мухамова влетела. Нет, все-таки на Зубарева записывают голевую передачу. Бросок по воротам. В следующем моменте Рауль свой лицевой счет в матче открывает. Да, шикарный бросок, снял паутину буквально с верхнего правого угла. Ворот Влада Мухамова. Ну, четко, конечно. Четкий выстрел от Рауля Якупова. Ну что ж, ждем начала решающего третьего периода. Какие-то недостатки на льду увидели, смотрели. Нужно привести все в порядок. Если это мусор, то стало известно его происхождение. Птичка залетела в подсводы Платинум Арены. И на Кубе, вот когда проходят какие-то зрелищные здесь мероприятия, устраивают фейерверк из конфетти, то этот мусор скапливается там, на Кубе, сверху. Ну и вот этот самый мусор воробьишка не со зла, конечно, но стряхнул на лед. Гаев. Хорошая передача. Бросок с неудобной руки. Ой-ой-ой. Будет удаление в составе реактора. Чернов налетел просто коршуном сейчас на Совко. Завязалась потасовка. Мы видим, да, Чернов ходит вверх рука арбитра. Но на Совко вынужден был отвечать. Открытый хоккей пошел у нас. Ну, рысям в свете завтрашнего матча нужно было забрасывать, и они сделали это. 1-3 становится счет, смотрим. Вот Баськов катит на пятачок. Из от борта, да, от борта пошла передача. Может, это и не передача даже была, бросок по воротам. Поярков шайбу остановил, но она прям на клюшку Баськову отскочила. Баськов низом между щитом вратаря ее переправил. Буду на этом с вами прощаться. Для вас работает комментатор Сергей Муртин. Всего доброго. Болейте за молодежный российский хоккей. Это красиво, это эмоционально, это здорово. Ну и за сим откланиваюсь. Пока.